Два мальчика и два бота. Пока. До встречи. До завтра. Пока, ребята. Пока. Привет. Привет. Эй, это папа. Эй. Осторожно, Долли. Так, скрипка в 4, футбол в 5, танцы еще в силе. Да, давай поедем, я хотя бы перекушу. Ладно, время есть. Что нового в школе, парни? Ничего, пап, все как обычно. Да, обычный денек, па. Правда, Кори домашку забыл. А? По крайней мере, так он мне сказал. Обсудим это позже. Все целы? Мы в порядке. Да. Не выходите. Эй, это же стал Скарго 860, да? Даже круче. Это серия А22. Ты понимаешь, что в нас въехала модель ограниченной серии с поликарбоновыми дисками? Что вы делаете? Круто! А? Какого? Нет, стойте! Папа! Переключаюсь на автопилот. А? Кто-то нажал! Ничего! Ой-ой! Райан, а? Кори, я записал это сообщение, потому что подумал, что так будет круче. Послушайте, этот особый автомобиль называется Tobot X. Откуда я это знаю? Я его изобрел. В случае опасности он присмотрит за вами. Итак... Помимо функции автопилота, у Tobot X есть еще один классный секрет. А, сейчас вернусь. Уехал. А, нет! Долли и ее мама! Это их машина! Они упадут! Что это? Итак, на чем я остановился? А, у Тобота есть особенность. Чтобы включить ее, нужен токий-ключ. Помните, я дарил вам значки? Это не просто значки, это токий-ключи. На машине есть эмблема. Вставьте токий-ключ, чтобы включить Тобота X. Tobot X, жду вашей команды. А? Им грозит опасность. Смотри! Стал интересоваться возросшим в последнее время количеством аварий. Думаю, люди не ждут от автомеханика подобных услуг. Как ты вообще догадался, что мы химичим с машинами? Ну? Ответь! Потому что я старался, чтобы никто не заметил, как я устанавливаю слизняка. А затем непременно убираю его. Расскажи,
что тебе известно? Посмотрим. Теперь я знаю достаточно. И что же дальше? Обожаю хорошие истории. Дилук, ступай в салон. И похоже, тебя зовут Дилук. Что ж, ладно, продолжение следует. Бессмыслица какая-то. Зачем кому-то похищать папу? Если бы не машина Долли, мы бы точно догнали их. Ну, то есть, я очень рад, что мы спасли ее, но... О чем я говорю? Давай по порядку, вызовем полицию. Что? Мы ни за что не скажем полиции, что сейчас одни. Брось, к нам отнесутся как к детишкам. Папа! Извини, но мы разберемся сами. Папа оставил нам Тобота. Больше нам никто не поможет. А? О, Долли, как самочувствие? Ты о чем? А, ты узнал про аварию. Не переживай, мы в порядке. Нам с мамой очень повезло. Хотя, у меня странные воспоминания. Может, и впрямь голову ушибло. А папа дома? Машину нужно починить. Хотели его попросить. Его тут нет, то есть... Он в мастерской, очень занят. Может, попросишь его в другой раз? Не обижайся, просто он работает сосредоточенно и не любит, когда ему мешают. Но я приготовила специально для него, и мама чуть-чуть помогала. Ты сказала, ты его любимый. Брось, я просто хочу поздороваться. Он наверняка проголодался. Нет, стой! Не ходи туда. Потому что, ну... Нет, Долли! Мне не стоит мешаться. Попрошу маму ему позвонить. Съешь сам. Овощи полезны всем. Ух. Мама? Мы вчера испытали большой шок. Ты должна лежать в постели, помнишь? Вовсе нет! Отпусти, мам! Хочешь, чтобы у меня лицо таким осталось? О, я тоже так всегда говорила. Чуть не влипли. Может, расскажем им правду? Что это? Ты всегда думаешь лишь о еде? Видишь? Кому-то нужны чистые вилки. О, папа! Поехали. Даже не думай бежать, негодяй. Не понимаю, о чем вы? О, да бросьте. В телеке копы не настоящие. В реальной жизни сплошные бумажки. И не так уж опасно. Вау! Извините, нужна помощь. С кем можно поговорить? О, черт. Я по поводу папы. Видите ли? Офицеро, прием. Похоже, у нас еще один автомобиль. Вышел из-под контроля. Отправьте всех, кто есть. Но, шеф, я тут совсем одна. Вы же сказали... Неважно, что я сказал. Займитесь немедленно. Но, шеф! Эй, шеф! О, нет. Это не по протоколу. Так, по порядку. Езжай туда, где ждут. Это тот фургон.
Ты совсем не вовремя. Я увидел фургон, в котором увезли папу. Что? Где увидел? Мне пора. Жди здесь. Ни за что. Я с тобой. Потому что... Это опасно. Я справлюсь. Эй, стой! Да ладно, Райан. Опять изображаешь старшего брата? Он всего на 10 минут старше. Почему ему достается все веселье? Ну что еще? Ах да, тарелка. Иду. Я уже сказал Долли. Отец не любит, когда его беспокоят во время работы. Загляни в другой раз. Мне просто нужно узнать, насколько быстро он починит машину. Он не скажет, не осмотрев ее. Похоже, ты что-то скрываешь. Не с места! Кори. На друзей кричать нельзя, ты же знаешь. Попроси ее прийти позже, я сейчас занят. Ладно, простите за беспокойство. А, папа? Прошу вас, помогите! Тормоза отказали! О боже, это же погоня! Как в кино! Ха-ха-ха! Точно! У кого два больших пальца и слизняк? У меня! Есть! Тобот! За этим фургоном! Преследую черный фургон! Эй, пап! Его здесь нет. Конструируя тоботов X и Y, я всегда думал о вас. Да, тоботов двое, и их главная задача – защищать нашу семью. Итак, тоботу Y нужен твой токий ключ, Кори. Надеюсь, ты сохранил значок, потому что твой тобот ждет, когда ты его разбудишь. Вставь ключ в эмблему в задней части машины, чтобы тобот загрузился. Замечен неисправный автомобиль. Что? Икс, я просил тебя следовать не за ним. Водителю угрожает опасность. Да, ты прав. Лучше сначала помочь ему. Дай подумать, с чем мы столкнулись? Анализирую. Отказ тормозов, неисправный руль. Отклонение в работе двигателя. Рассчитываю. Автомобиль достигнет поворота и врежется через 30 секунд. Хорошо. Опередим его и перехватим. Скорость максимальная. Я отстаю от грузовика. Быстрее. Скорость максимальная. Глупая машина. Ручное управление. Ну же. Вот так. Включено ручное управление. Безопасный режим отключен. Отлично. Ты точно справишься? Райан задумывает, тобот исполняет. Цель приближается. Приготовьтесь! По моей команде выпрыгнуть из грузовика в мой... С ума сошли? Я так выпрыгнуть не смогу! Ха-ха-ха. Завтрашние заголовки. Большая авария на 7-й авеню. Скоро все поменяют свои развалюхи на безопасные машины Бурунг Моторс. Ха-ха-ха-ха. Вот он. Миссия выполнена. Водитель без сознания, но невредим. Ух. Тобот Игрик, трансформируйся!
Стой, минутку. То есть папа сделал тебе копию Тобота Икс? Копию Икса? Нет. Я похож на него, но не такой. Я лучше. Считайте меня версией 2.0. Как ты мог пойти в полицию? Ты же мне обещал. Я же сказал, мы должны сами найти папу. Все не так просто, как тебе кажется, ясно? Просто ты всегда все усложняешь. Так и знала! Близнецы Турбо! Я веду репортаж с места, где всего несколько часов назад находился автомобильный завод Бурунг Моторс. Быстрее! Пить хочу! О, вода! Ну же! Полиция перекрыла район. Все на штаны пролил. Будучи простым очевидцем, я требую закрыть этот завод навсегда. Как видите, граждане очень недовольны. Послушаем, что... Это лучшая возможность. Я должен получить зарплату до прибытия полиции. Это за прошлый месяц, это за текущий, а это... Это тяжелое... Полагаю, вы стоите за инцидентом на заводе Бурунг Моторс? Нет, я... Расслабьтесь, не нужно отрицать. Меня зовут Акни. Я следила за вашими проделками по телевизору и должна сказать, что ваш робот производит впечатление. Шедевр инженерной мысли. Я бы хотела купить программное обеспечение, используемое в Тоботе Зеро. Вы меня слушаете? Да, слушаю, мэм. Хорошо, но оно не дешевое. Мне все равно. Деньги не имеют значения. Просто назовите цену. Назвать цену? 200? 300? Или это слишком? Почему бы и нет? 300! 300? Но вы должны понять... Договорились. 300 миллионов. Миллионов? Он вернулся! С возвращением, пап! Да, поддерживаю! Мальчики, я вами горжусь. Нет, правда, вы превзошли все мои ожидания. Нужно давать вам больше поручений. О, похоже, я поторопился. Да. Ладно, давайте приберемся. Сейчас? Да, сейчас. Сходите за щеткой. Когда закончите, приготовлю вам начос, идет? Ура! Начос, отлично! Чтение файлов. Это самый последний. Открываю файлы с искусственным интеллектом Тобота Зеро. Идет копирование файлов. Отлично. Как только копирование завершится, я переведу деньги на ваш счет. Теперь я богат! Один из файлов поврежден. Мистер Дилук, вы пытаетесь обмануть меня? Нет! Эй, от тебя никакого толку! О, извини. Давай закончим поскорее и поедим начос! Кори! Что это? Новый токи-ключ? Мистер Дилук, не пытайтесь обмануть меня. Нет, позвольте поискать. Должна же быть копия. Зеро был серьезным проектом. Возможно, будет проще, если вы отдадите мне самого робота. Я бы с радостью, но он развалился. Я в курсе. Как и в курсе существования двух других роботов, в которых используется та же система, что и в Зеро. Ух ты! Класс! Я считал токи и ключи классными, но эти штуки гораздо круче. Как они включаются? Я знаю как! Стой! Вдруг это небезопасно? Доверься мне! Что может пойти не так? Ух ты! Видишь? Без проблем! Что я говорил? Ошибка! Отказ системы! Ребята, начос готовы! О, нет! Послушай, мне пора бежать! Бежать? Ты сказал бежать? Я побегу! Идемте, ребята. Начос остынут. Я побегу, пора бежать, я убегу! Он убегает. Икс, за ним! Игрек бежит на скорости, которую мне не развить, это невозможно. Должны же мы его остановить.
Соединимся. Вызываю Игрека. А, не получается! Икс, можешь подсоединиться к его порту данных? Устанавливаю соединение. Не удалось. Невозможно принять сигнал. Система Игрека не функционирует. Я должен бежать! О, нет! Он абсолютно неуправляемый! Мне нужно бежать, но я не знаю куда. Предлагаю последнее средство. Запрашиваю трансформацию, Райан. А? Но мой ключ дома. Воспользуйся смарт-ключом. А? Ни за что. Из-за него и возникла неприятность. Я могу исправить ошибку. Я удалю старую систему до установки новой. Вставь смарт-ключ через 10 секунд. Отсчет пошел. А? 10, 9. А, осторожно! А! 3, 2, 1. Тобот Икс, трансформация! Икс? Тобот Икс, распознавание смарт-ключа. Ого! Я бегу! А? Все еще бегу! Но Игрек сейчас такой быстрый, Икс догонит его. Может, с новым смарт-ключом и Икс станет быстрее? Что скажешь, Икс? Максимальная скорость прежняя. А... зафиксировано увеличение мощности, а? Увеличение зеленой энергии на 35, 65, 100%! Икс стал мощнее. Жду приказа Райана. Так, поймай Игрека. Протоновая пушка. Зеленый захват. Ой, пора бежать! Огонь! К дальним границам галактики! Или нет? Ух ты! Нам известно, что они были замечены здесь, здесь и здесь. Ходят слухи о других появлениях. Но где они прячутся сейчас? О. А? А? Эй, что за шум, а драки нет? О, кто вы? Что вам нужно? Мистер Дилок, эти байкер-боты помогут вам поймать тоботов. Используйте их по своему усмотрению и доставьте мне тоботов в течение 30 дней. Запомните мои слова. По истечении 30 дней сделка отменяется. Месяц? Отпустите, я должен бежать. Пап, прости нас. Система смарт-ключ функционирует. Удаляю старую систему. Я рад, что никто не пострадал. Но вы должны понять, я считал, что вы будете вести себя ответственно. Тоботы не игрушки. Если вести себя небрежно, они могут быть очень опасными. Теперь мы знаем, пап. Ладно, вы опробовали новые функции. Без моего разрешения. Зная, что они еще не испытаны. Ну, что скажете? Рад слышать. Отлично, отведаем холодных начос. Да, холодные начос! А? Позже я покажу вам новые. А? Нет, еще рано! Нет! Тобот Титан! Ух ты! О, боже! Я собирался рассказать вам в свое время. Благодаря вашим новым смарт-ключам, X и Y могут объединяться в гибрид. Ух ты! Как и старые ключи, смарт-ключи могут запускать трансформацию. В дополнение к этому здесь есть видеозвонки. Мы всегда на связи. И еще встроенная система навигации. Можно также следить за показателями, а значит, вы отвечаете за все. Но самое главное, объединяясь, X и Y создают тобота Титана. Класс! И кто же будет управлять этим гибридом? Это просто. Вы оба. Оба? А зачем объединять двух тоботов в одного? То есть как это зачем? Выигрыши все. Объединяя двух тоботов, вы увеличиваете мощность и уменьшаете уязвимость. Это же здорово! Но тобота Игрека достаточно, верно? Я тобот Титан. Комбинация Икса и Игрека. Икс очень мощный робот, а Игрек очень быстрый. Я же обладаю и их силой, и их скоростью. В тебе есть тобот Игрек, а значит, ты мой. Я выполняю приказы вас обоих. Но кого ты любишь
любишь больше, меня или Райна? Добро пожаловать в Дейдомарт. Сегодня и только сегодня вы приглашаетесь на грандиозное открытие. Все товары с красными ценниками со скидкой 30%. Не упустите свой шанс. Слышите? Запомните этот звук! А ты, нигде бы вы ни были, услышав его, возвращайтесь сюда и ждите приказа, ясно? Да, ясно. Следующие 30 дней я ваш босс, понятно? Конечно, да. Босс. Да, босс. Очень хорошо. И будучи вашим боссом, отдаю первый приказ. Доставьте мне тоботов! Сейчас же! Босс, где найти этих тоботов? Вы тоже не знаете? Значит, у нас проблема. А поискать не можете? А потом... Поднимите суматоху, и они появятся. Как всегда. Наконец-то поменяла купоны. На этот раз ничто не встанет между мной и моей курицей. Эй, ты! Нет! Мои купоны! Ну, берегитесь, вы не с тем офицером связались. Ура! Дейдомарт! Народ, пошумим? Мы с радостью представляем вам живое выступление. Что происходит? В пустыне Калахари начинается засуха и смышленые сурикаты. Срочная новость. Группа мотоциклистов стала причиной хаоса у Дейдомарта. Наш репортер уже был на месте события. О, нет. Нужно помочь! Владельцы Дейдомарта заявляют... Стойте! Вы куда собрались? К Дейдомарту! Ну уж нет. О, да брось, пап! Долг зовет! Они должны защищать нас! Райан, быстрее! Времени мало! Кори, папа не собирался превращать нас в борцов с преступностью. Мы не обязаны спасать всех. Выходите и деритесь, тоботы! Ну, папа! Я понимаю, вы привыкли пользоваться тоботами, но теперь я дома, и это прекратится. Но мы нужны им! Послушай, Кори, не переживай ты так. Полиция, без сомнения, справится с ситуацией. Еще и линзу потеряла. Мой телефон! Я должна вызвать тоботов! Точно, тоботы! Долли, отличная мысль, как обычно. Вы знаете их номер? Да, кто-нибудь одолжит мне телефон. Вот. Но, папа, у нас есть тоботы. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди страдают. Это не ваша проблема. Ты сам говорил, что тоботы должны всех защищать. Вы не супергерои. Мир опасен. Тоботы, спасите! О, Долли, спасите ее кто-нибудь! Где эти роботы? Папа! Ну, ладно. Вперед! Отлично! Сделай одолжение. Покричи погромче вон для той камеры. Размечтался, мистер! Когда прибудут тоботы, это ты будешь кричать! На, получи! Ах ты... Ой! А? Что? Наконец-то! Ха-ха-ха! Так и знал! Я так и знал, что прибудут! Я такой гений! Отлично! Бакерботы, активация! Готовы? Активация! Игрик, в атаку! Вас понял! Пора не пора, иду со двора! Кия, кия! Хадыш! Дыдыш! Я здесь! Ю-ху! То-то же! Икс! Покажем им, кто здесь главный! Конечно же, это ты! Хатыщ, тыдыщ, я всем вам покажу! Ой! Здорово! Ай! Долли! Мамочка! Ура! Ура! Так! Вперед! Вперед! Центральная, ответьте! Боже, их еще больше! Эй, так нечестно! Продолжайте! Уложите их обоих! Выстрел зеленой энергией! Их слишком много! Я не переживаю, у нас есть тоботы! А? Это сигнал вызова? А? Что они делают? А ты, нигде бы вы ни были, услышав его, возвращайтесь сюда и ждите приказа, ясно? Нет, стойте, вы не так поняли! Не возвращайтесь сюда, схватите их!
Кажется, на сегодня хватит. Да! Ура! Банда мотоциклистов наконец-то уехала отсюда. В городе вновь безопасно. Благодаря роботам. Тоботам! Эти роботы называются тоботами! Ура, тоботам, ура! Ура! Да! Ты дышь! Игрик дрался так здорово! Я за его ногами следить не успевал! Успокойся, Кори, помой его. Он твой тобот, верно? А значит, ты должен ухаживать за ним. Понял! Пап, как думаешь, почему байкеры хотели испортить мероприятие? Это же очевидно! Они банда байкеров! Они вечно все портят! Да, возможно, но эти ребята словно знали нас. Словно ждали, пока мы там окажемся. Ха, опять ты переживаешь. Они же трусы. Они нас испугались. Тоботы Икс и Игрек непобедимы, ясно? Нам даже не пришлось активировать Титана. Меньше болтовни, больше мытья. Ха, так точно, сэр. Вы меня подвели? Вы что, не отличаете мой сигнал от сирены? Это мой. Это сирена! Совершенно разные! Я вам плачу не за ошибки! Мистер Дилок! И чтобы преподать вам урок, эй, я собираюсь... Мистер Дилок, прошел один день, а результатов нет! А, видите ли, я не виноват в случившемся! У меня глаза повсюду. Похоже, тоботы стали еще сильнее, чем прежде. Но это хорошо, очень хорошо. Ведь вскоре они будут моими, мистер Дилок. А теперь выгляньте за дверь. А? Разве вы не понимаете? Настоящая битва еще только начинается. Друзья и недруги! Байкер-боты! Не упустите его! Доставьте сюда! Стоять! Вернись! Тобот Зет! Трансформация! Ух ты, как классно! Вы напросились! А ну отдай! Вперед! Проучи их немедленно! Эй, Зет, в чем дело? Ответь! Стой, а может он неисправен? Зет! Зет! Ответь мне, Зет! А? Не понимаю. Ты пропадаешь. Вот что я слышу. А, значит, ты отдаешь команды с помощью часов. Ладно, скажи что-нибудь своему тоботу. А? Эй, Зет, ты меня слышишь? Эй! Эй! Что ж, разобраться было несложно. Ладно, парни, под замок, мальчишку! Да, босс! Ауч! Схватить его! Сейчас же! Тебе не уйти! О, нет! Офицер! Эй, малыш, ты цел? Подожди, это ты! Вызову скорую! Помогите! Не нужно скорой! Ты обязательно поправишься! Нет. Других электростанций с такими запасами нет. Похоже, Дилок их все уничтожил. Если бы не Дилан, мы бы добрались до той электростанции. Так что же нам делать, пап? Придется использовать оставшуюся энергию. Помогите! Откройте! А? Офицеру? Доктор Чар, помогите этому мальчику. Это же Дилан. Он ранен. Упал с крыши. Но вы должны посмотреть. У него что-то не так с рукой. Что произошло? Он дышит. На помощь!
пап, минутку. То есть Лима превратил Дилана в киборга? Не совсем. У него роботизированные протезы. То есть Лима помог ему встать на ноги? Верно. И усыновил Дилана, узнав, что тот сирота. Он очнулся. Доктор Чар, что произошло? Внимание! Срочно все в центр города! У нас там ЧП с роботами! Надеюсь, тоботам хватит заряда. Я тоже не перестаю думать об этом. Нужно все сделать быстро. Хорошо, но не спускайте глаз с индикаторов заряда. Не забывайте, вам еще нужно вернуться сюда. Хорошо, а ты приглядывай за Диланом. Конец связи. Мне очень жаль, если бы я только пропустил их к электростанции. Не переживай, мальчики справятся. Ты куда? Я верну себе Зеда, чтобы помочь Райану и Кори остановить Дилука. Подожди, стой! Бегите! Бегите! На помощь! Тоботы Икс и Игрек! Интеграция! Тобот Титан! Ха-ха-ха, вот так! К счастью для меня, они ничему не учатся! Я не против! Пусть посадят аккумуляторы, а затем мы повеселимся! Вот увидишь, сухая лапша еще вкуснее. Просто разломай ее. Правда? О, ты слышал? Шаги какие-то. Брось, не пытайся меня провести. Я бы отвернулся, а ты всю лапшу бы съел. Ладно, подловил. Не так быстро, дружище. Ты забыл сказать бита. Прости меня, Зед. Не волнуйся, я тебя спасу. Зеленая пульсация! Вот так! Ура! Отлично! Отвлеките его! Пусть его аккумуляторы сядут, как у фонарика. Пусть бьет, как заблагорассудится. Они возвращаются. Внимание! Титан! Ураганный спин! Ураганный спин! Получилось! О нет, 20%! Нужно отступить! Ураганный спин выключен! В атаку! Сейчас же! Максимальная мощность! Мы не доставим его домой! Не давайте спуску! Берегись! Максимальная! 3%! Ох, смотреть не могу! Запас энергии 1%! Я с трудом поддерживаю связь! О, нет! Бегите, оба! Оставьте меня! Мы не можем, Титан! Энергии не осталось! Бегите! Ни за что! Не подходите! Уходите! Ни за что! Мы не можем! Уходите! Сейчас же! Титан! Кори, нужно уходить! Прости! Прости, что не сумели спасти тебя! Мы вернемся за ним, обещаю! Будем действовать сообща. Я заполучил и Тобота Икс, и Тобота Игрек. А значит, у меня есть Тобот Титан. К тому же, в моих руках Тобот Зет. Теперь я смогу править городом! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! О, боже! Ремешок слишком маленький и к тому же слишком яркий. Как же мне его надеть? Посмотрим. Попался. Я знал, что ты вернешься за Зет-ключом. О, папа, что нам делать? Они забрали Титана. Да, я знаю. Но если Дилан вернется с Зедом, мы спасем их. А куда отправился Дилан? Думаю, в убежище Дилука. Он винит себя в случившемся. Хочет вернуть Зеда и помочь.
Думаю, ему угрожает опасность. Дилок очень хитрый. Байкеры наверняка схватили Дилана. Нужно подозревать худшее. В таком случае Дилану нужно помочь. Я знаю, Райан, но как? Стойте, у меня идея. Слегка сумасшедшая и может не сработать, но мы должны попробовать. Ой, какой страшный. Вот уж не думал, что взгляд может быть таким пугающим. Это твой последний шанс. Верни мне этот ключ, а иначе... Ты про него? Хе-хе. Но я собираюсь разобрать этот брелок и изменить по своему усмотрению. Что? Ты не можешь! О, больно, наверное. Ха-ха-ха-ха. Я еще и Титана заполучил. Легко. Теперь у меня целый отряд тоботов. Отныне, Дилан, у меня будет все, что захочу. Не дождешься. Клянусь, что остановлю тебя. Эй, а ну замолчи! Тебя совсем не научили уважать старших. Детишки. Пора немного расслабиться. Быть успешным так утомительно. Нет, я не хочу играть. Эй, сколько байкер-ботов нужно, чтобы вкрутить лампочку? Потише, Кори. Эй, вы двое, сюда. Эй, сюда, сказал. Минуточку. Разве это форма по инструкции? Откройте порты для модификации. Я не могу. Порт сломан. Да, верно. Ну ладно. А ты что скажешь? У меня тоже сломан порт. Стойте, может вы двое от нас что-то скрываете? Нет. Меня вам не провести. Я за вами слежу. Могу хоть за милю учуять. Учуять что? Я чувствую лазеры. Я их чую, знаете ли. Вы хотите поиграть без нас в лазер так, предатели? Что? Вовсе нет. Эй, не отнекивайся. Минутку, я чую что-то другое. Вернитесь! Вернитесь! А ну, вернитесь! Вторжение! Что? Что это? Вторжение? А? Титан! Вы не должны были сюда проникнуть! Парни, схватите этих мальчишек! Эй, Зет! Ты меня слышишь? Ответь! Меня вызывает Дилан! Вот что я слышу! А где мой Z-ключ? Где он? Получилось! Чуть не влипли. Давай найдем генератор туч! Нет! К моим тоботам никто не притронется! Байкер-боты, схватите их! Да! Зет, ты пришел! Не трогайте их! Кто это? Не связывайтесь с нами! Это Дилан! Надоедливый мальчишка, я же просил не лезть! Байкер-боты! Да, босс! Да! Готовы? Активация! Мне начинают надоедать эти детишки! Взять их! Что дальше? Спасайтесь, я их отвлеку! Нет, без тебя мы не уйдем! Точно! Теперь мы команда и будем вместе! Вы серьезно? Вы зовете меня в команду? Я знаю, ты злишься на нас, но прошу, ты нам нужен! Вместе мы спасем Титана! Хорошо, Зет! Расправься с ними и спаси Титана! Ура! Вот что я скажу! Ну же! Сделайте что-нибудь и освободите нас! Привет, мальчики! Пап! Титан у нас, но он все так же разряжен. Видите, это здание 100 этажей. Я выяснил, что на крыше облаков нет. Если поднимете туда Титана, сможете зарядить его. Но как мы его туда поднимем? Дилан, Зет может помочь? Можем попробовать. Зет, трансформируйся в машину. Вот что я сделаю, обратная трансформация. Эй, Титан, ты в порядке? Так точно, закреплен надежно. Отлично, вперед! Автомобиль выдержит его вес?
Эй, Зед, паук! Режим паука! Вот что я слышу! А? Это Дилук! Огонь! Огонь! Тащите вниз! Тащите вниз! У нас серьезная проблема. Лазерная сеть выдержит лишь 3 минуты. Что? Титан не должен упасть. Тогда лучше поспешить. Зед, у тебя есть ускоритель? Да, есть. Турбоускоритель. А? Что? А ну, лезьте наверх и спустите сюда тоботов. Дело плохо. 3 минуты вот-вот истекут. Сеть начнет ослабевать сейчас. Титан! Зед, быстрее! Ты сможешь, Зед! Ты должен! Скорость и так максимальная. Внимание! Сеть вот-вот разорвется! Ультра! Турбоускоритель! Держите! Ух ты! Собираю солнечную энергию! Зарядка началась! Смотрите, как быстро он заряжается! Взгляните! Это наверняка генератор туч! Ого! Какой огромный! Ребята, его нужно как-то остановить! Сейчас! Тобот Зед! Трансформация! Ладно, давайте объединим их. Титан! Зед! В атаку! Зеленая пульсация! Пинок паука! Ха! Зед, перехвати ракеты! Лазерная сеть! А? Титан! Ураганный спин! Ураганный спин! Боже! Посмотрите на небо! Ура! Оно проясняется! Что произошло? Неважно, я и сама знаю ответ. Ничего, вы опять потерпели провал. Простите меня, мисс Акни. А? Вы можете меня спасти? Прошу вас, мисс Акни, я сделаю все, что угодно. А? Ребята, возьмите меня с собой! Ух ты! Ух ты! Небо опять чистое. Я должен извиниться, Дилан. Думал, ты плохой парень. Но ошибся в тебе. Нам жаль твоего папу. Поговорив с нашим отцом, мы поняли, что ошибались. Просто не сразу это осознали. Прости нас. Я поверил этому Дилуку и счел вас лжецами. Простите. Ладно, давай начнем заново. Отлично. Значит, будем друзьями, да? Точно. Мы станем трио. Тобот X, Y и Z. Вперед! Вперед! Новые друзья, новые фишки! Ура! 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 Наконец-то скатертью дорожка! Я больше никогда не увижу этих надоедливых тоботов! Мистер Дилук, когда у меня будет новый тобот? Не будь назойливым, отстань! Нейтан, когда ты навестишь меня? Знаешь что, прямо сейчас! Пока! И насчет робота я солгал. Мистер Дилук, вы ведь не отпустили мальчика? Вы в курсе, что у него исключительный ум? Верните его, мне нужен его мозг. Зачем? Почему все так жестоки к тоботам? Сначала их приветствуют и называют героями, а затем относятся как к преступникам. Как нам очистить репутацию? Я ничего не могу сделать. У нас есть офицеро. Она могла бы помочь. Забудь ты про тобота, ты познакомишься с новым роботом еще круче. Но тобота никто не заменит. Они больше не герои. Мне все равно. Они мои друзья. Надеюсь, они вернутся. Я их очень уважал. Нейтан, у меня твой робот. Приди за ним. Нет, спасибо. Я передумал. После всего, что мы для тебя сделали? Я сказал, он мне больше не нужен. Я им все объяснила, но они мне не поверили.
Думаю, вам с детьми придется явиться в участок и рассказать правду. Нет, никто не должен знать, что они пилоты тоботов. Я разделяю ваши чувства. Но если ничего не предпринять, мы можем лишиться тоботов. Лучше уж лишиться тоботов, чем усложнить жизнь детям. Если их личности станут известны, их уже никогда не оставят в покое. Да, вы правы. Пилоты должны остаться неизвестными. А иначе ситуация усложнится. Она и без того сложна. Я переживаю о том, что Кори начинает путать способности Игрика со своими. Я и впрямь настолько сильно изменился. И не ты один. Я тоже немного возгордился. Кори, скорее сюда! Эй, вы должны это увидеть! Здравствуйте, тоботы. Я смотрел, как вас арестовали. Мне было нелегко это видеть. Уверен, ваши поступки наверняка можно оправдать. А может, это просто ошибка? Но даже если это не так, даже если вы провинились, то вы должны знать, что я вас прощаю, потому что мы всегда будем друзьями. И еще я хочу извиниться перед храбрыми пилотами. Простите моего брата. Он, конечно, солгал, чтобы произвести на меня впечатление, но на самом деле он просто хотел вдохновить меня на помощь другим. О, так вот почему он солгал брату. Я же говорила, на то была причина. Вы должны доверять мне. Я хорошо разбираюсь в людях. Тоботы, надеюсь, вы сможете стать прежними. Пожалуйста, вернитесь и подарите мне надежду. Простите, я был неправ. Я всегда буду верить в вас. Теперь я понимаю. Мне не стоило переживать о том, что о нас думают другие. Я верну твоих друзей. А? Что? А? Отпустите! Уберите руки! Не дергайся, парень! Я отпущу тебя, как только скопирую твой мозг. Мой мозг? Так не говорить, что будет щекотно. И ты можешь что-нибудь забыть. Но в остальном беспокоиться не о чем, так что иди сюда! Не дергайся! Стойте! Я сам надену. Ага. Ну ладно. Смотрите, Акни! Чего вы ждете? Схватите его быстро! Он убегает! За ним! Иди сюда. Быстрее, садитесь. Эти ребята совсем распоясались после исчезновения тоботов. А? Нет. А? Да отстаньте вы. Минутку, я не должна убегать от них. Я же офицер полиции. Кто-нибудь выключите ее! Она слишком громкая! Большое спасибо за помощь, офицер. Скажи мне, Нейтан, почему они преследовали тебя? Потому что я совершил большую ошибку, а теперь еще и младший брат на меня злится. Но почему? Можешь объяснить? Эй, Дилан, помнишь, когда ты приехал сюда, мы приняли тебя за шпиона? Да, но я давно вас простил. Как думаешь, Нейтан чувствует себя так же, как ты тогда? Это могло бы объяснить его поступки. Все логично. Мне не стоило осуждать его. Привет, ребята. Офицеро? Я не одна. Входи. Все в порядке. А? Нейтан, я хочу извиниться. Я отнесся к тебе несправедливо, и мне очень-очень жаль. Ничего. Я тоже прошу прощения. Мне не стоило притворяться кем-то другим. Вот вакцина. Нейтан! Мой брат Тимми переживает за своих друзей. Это единственный способ подбодрить его, ясно? Просто верните тоботов. А? Кто это был? У нас есть вакцина! Отлично! Но что с ней делать? Тоботов-то нет. Отправимся в участок. Эй, пап, дай нам чипы с искусственным интеллектом. Офицеро, вы поможете? Конечно! Мы спасем тоботов, докажем их невиновность и защитим город. Офицер, я не думаю, что... Расслабьтесь, доктор. Я сохраню их тайну. Ну же, поешь. Ты что, не голоден? Mm-mm.
Не переживай, тоботы наверняка вернутся. А? Правда? Да, я разговаривал с их пилотами. У них уже есть план. Ты уверен? Ты и впрямь разговаривал с ними? Ты говоришь правду? Ага, правду. Поешь. Ладно. 2×3 — 5, 2×4... У меня стерта память. Эта штука была на мне 2 секунды, и я уже разучился считать. Босс, ты простых примеров решать не умел. Хочешь сказать, я умен, как и прежде? Умен? Умен? Верно, ты умен. Какое облегчение. Она и так была пуста. Так, что у нас с Нейтаном? Ну, он сбежал, извините. Что? Ничего до конца довести не можете. Могу задать вам тот же вопрос, мистер Дилук. Нечестно, я задал его первым, мисс Акни. Тихо. Ступайте в полицейский участок и найдите тоботов. Что? Вы должны уничтожить их, прежде чем Нейтан решит убрать вирус. Вы меня поняли? Понял, мэм. Вперед! Мой сын был в шоке, когда тоботы сошли с ума. Да, и мой тоже. Интересно, откуда такие перемены? Экскурсию проводите, офицер? Сэр, эти детишки на самом деле пилоты... А! Пилоты? Ой, поклонники! Проникни в гараж и уничтожь этих тоботов! Вперед! Смотрите! Быстрее! Им нужна вакцина! Что? Не дай им приблизиться! Кори! Отпусти меня! Отпусти! Мы тебя не отпустим! Быстрее! Установите чипы! Дилан, держи! Нет, не дай ему поймать! Отлично! Чего ты стоишь? Останови! Райан! Чипы установлены! Лови! Вот! Вирус успешно уничтожен! Отлично! Да! Когда я вас схвачу, дальше не придумал, но во мне! Отлично! Класс! И вируса нет! Вот о чем я говорю! Начнем интеграцию! Тоботы! X, Y, Z! Тритан интеграция! Там! Я тобот Тритан, защитник общего блага. Ух ты, классный робот. Зачем этот поклон? Ясно, надеешься на поблажку. А вот и зря. Огонь! Тритан! Ого! Эй, в атаку, в атаку! Тритан! Суперудар! Суперудар! Сэр. Ого! Класс! Ух ты! Прислать сюда Заритана! И побыстрее! Арестованные тоботы, судя по всему, трансформировались в одного робота. Хороший он или плохой, еще предстоит выяснить. Она сказала, хороший или плохой? Конечно, хороший! Тоботы мои друзья!
а друзья всегда должны доверять друг другу. Прости, люди больше не доверяют им из-за меня. Хватит сидеть и ничего не делать. Я сам им все расскажу. Кто-то должен объяснить, что Тобот и друзья. Нет, не ходить ими. Это не тебе решать. Но... Послушайте, это хороший Тобот. Уверяю, ему можно доверять. Его подставил робот, похожий на него. Он выглядит не так. Точно, он не так, что прежде. Что она такое говорит? Ну, он изменился после модернизации. Здесь появился еще один Тобот. Кто из них настоящий, а кто фальшивый? И чем закончится это противостояние? Готов. Тебе крышка. Заритан, тайфунный спин. Все в укрытие. Тритан! Тритан! Тимми. Ушел к Тоботам, им угрожает опасность. Тимми! Узрите Заритана Великолепного! Приказываю выполнить супер-пинок! Тритан! Супер-удар! Супер-удар! Сэр! О? Он умеет летать? Сюрприз! Заритан, настало время для града! Тритан! Супер-финт! Супер-финт! Сэр! Тритан! Супер-выстрел паука! Супер-выстрел паука! Тритан! Громобой! Громобой! Что происходит там? Ух ты! Послушайте, вот настоящий Тобот! Он ничего плохого не сделал! Его подставил злобный робот-самозванец! Отпустите Заритана! Отпустите его! Тот, похоже, подделка! Тимми! Нейтан! Послушай, Тобот, не отпустишь Заритана! Этот мальчишка... байкер-боты с ним разберутся! Его нужно остановить! Выбора нет! Отпустим его! Тритан, отпусти! Нет! Заритан, удар темной энергией! Тобот! Тобот! Остановись! Он мой друг! Все верно! А теперь прикончи его! Руки вверх! Нейтан! Тимми! Снимите его с меня! Снимите его с меня! Ребята, если у вас остались приемы, воспользуйтесь ими! Ладно, Тритан! Супер-удар! Супер-удар! О, он уклонился! Поехали! Супер-прыжок! Тритан! Супер-прыжок! Супер-прыжок! Сэр! Ура! Да! Да, ура! Да, ура! Да! Едем отсюда! Скорее! Босс, что это? Нейтан, ты не посмеешь! Хватит мною командовать! Подожди меня! Ты здорово сражался! Я так горжусь тобой, Тобот Тритан! Эй, Тимми, больше так не убегай! Прости, но я должен был помочь друзьям. Я так волновался! Нейтан, представляешь, мне стало лучше! Так ведь, да? Я буду сильным, как Тобот Тритан! И буду помогать людям по всему миру! Отлично! В следующий раз, если захочешь, мы прокатим тебя на Тоботе Тритане! Ого! Ура! Спасибо, Кори. Ты лучший. Я прокачусь на Тоботе Тритане. Ура! Хорошая партия, Франклин. Но, пожалуй, мне пора выйти на сцену. Новые знакомства!
Бабулин ресторан. Поверьте, еда здесь потрясающая. Ожидание абсолютно оправдано. Мы заказываем особое блюдо. Вкуснятина. Правда? Может и нам заказать? Вы пришли поесть? Мне лично кажется, что поболтать. Что это с ней? А меня не обслужите? Извините, что вы сказали? Воду со льдом, пожалуйста. Вы что же решили, что это какой-то модный ресторан? Вон, смотрите. Воду наливать самостоятельно. Хотите воды, налейте сами и не пролейте. Острота – 5. Сладость – 4. Текстура немного мягковата. Но вкусно. Очень. Да. Мэм? А? Вкусно. Вы просто чудо. Вот, сдачи не надо. О, спасибо. Приятного дня. А? Милый юноша забыл телефон. Сэр, он так спешил. Может, поискать его? О, не стоит. Уверен, он вернется за ним. Мы переезжаем. Папе нужно больше места для работы над новыми идеями. Но мы больше не сможем проводить время вместе. Мы будем жить недалеко. Будем приезжать. Да, конечно. Не терпится поездить по шоссе. Звоните в любое Видишь? Время. Мы сможем прилетать к ним на W. Точно. Будьте на связи. К другу в беде полетим на всех парах. Долли, не грусти, ничего страшного. Я буду скучать по визитам в ваш дом. Все теперь будет иначе. Не переживай, Долли, будем видеться в школе, привыкнем. А как же мои новые десерты? На ком я буду экспериментировать? Будешь приносить в школу. О, нет, может, Долли переехать с нами? Прошу, не плачь, Долли. Я шучу. Фу, за меня не беспокойтесь. Поверить не могу. Я есть захотел. Я собрала корзинку для пикника, следуя инструкциям Долли. О, спасибо, мам. Я всегда говорю, зачем уныло жевать, если можно есть с аппетитом? Корзинка такая тяжелая. Ребята, вы уже готовы? О, здрасте, доктор Чар. Мы подумали, еда не помешает. Прошу вас, возьмите. Спасибо, что были таким славным соседом. Большое спасибо. Кто знает, может, и мы переедем за город. О, правда? Что ж, нам пора, ребята. Ладно. Ох, ну и денёк. Никогда еще не было столько посетителей. Не терпится обнять кошку и заснуть. Мальчик, смотри, куда едешь. Ресторан сгорел. Сэр, а какова причина? Эксперты сказали, все дело в старом газовом вентиле. Хорошее напоминание для всех нас проверить дома газовые трубы и дымоуловители. Безопасность прежде всего. Точно! Сегодня утром все проверила. Приятель, проезжай давай! Поехали. Ух ты, какой огромный дом! Райан, посмотри на нашу спальню! Ух ты, она больше! Вот именно!
Посмотрите, интересно, кто наши соседи? Эй, папа, может, закажем еду? Минутку, а как же моя стряпня? Брось, пап, ты готовишь слишком здоровую пищу. Вкуснятина! Идея! Давайте откроем ресторан! Нет, кто будет заказывать еду у такого грязнули, как ты? Теперь ступайте поиграть. Но здесь нечем заняться. Он прав. Вокруг пустые поля. Откуда вы знаете? Займитесь исследованиями. Я лучше в комнате посижу. Хотя бы попробуйте. Ладно. А? У меня немного подгорело. А? Мальчики? Они исчезли, и жизнь стала прекрасной. И вскоре я буду править городом. Это что? Вот уж не думал, что Акне обожает купоны. О, это же золотая жила. Где мои бесплатные ужины? Жаль, папа не разрешил поиграть в видеоигры. Здесь вокруг лишь трава да деревья. Я погуглил игры на свежем воздухе. У тебя ловит телефон? А затем вот так. Отлично, Рая! Ура, да! Я тоже попробую! Отлично! Вперед! Вот незадача! Нужно просто выбить подальше. Да, но в правилах написано, если участник другой команды поймает... А? Да! Ух ты, сыграем в другую игру. Следующая игра, шаг первый. Встаешь на одну ногу, пытаясь попасть по камню. Да! В случае попадания ты должен сменить позу. Забавно, любопытно. Так, а теперь... Энергетический удар! Нельзя бить по камню, нужно что-нибудь бросить! Точно, извини. Вот так, скоростной выстрел! Здорово, я профи! Выстрел паука, вот как я играю! Промазал, теперь подними одну ногу. Вовсе не промазал, вот что я скажу. Палка-человечек, я иду еде навстречу. И сколько еще ждать следующее блюдо? Вы опоздали. Особый соус привезли. Кто вы? Извините, мистер Дилок, почему у вас нет швейцара? Хватит! Куда это вы идете? Подождите! Ну и кто вы? Как вы смеете входить в мой кабинет? Уходите, а то вызову полицию! Сообщаю вам, что с этого момента все имущество Акне передается мистеру Тому Фитилю. Правда? То есть... Он хочет сказать, что это здание теперь принадлежит мне. Отвратительно. Холмс, наведите здесь порядок. Прошу прощения, не признал вас, мистер Фитиль. Смею заметить, что вы самый элегантный и умный работодатель. Я очень рад работать на вас, сэр. Как бы это сказать? Вы уволены, ясно? Что? Не слышу. С вами поделиться? Он сказал, что вы больше не нужны. Что? Нет, чуть не побил собственный рекорд. Так, думаю, с меня достаточно игр на свежем воздухе. Что это? Какая-то хижина. Наблюдательная вышка. Они часто располагаются на фермах с целью предотвращения воровства фруктов. Вот что это такое. Воровство фруктов? Неплохое испытание. Попробуем? Нет, так нельзя. Это неправильно. Мы пилоты тоботов. Не забывай. Ну, вреда-то вроде никакого. Дилан прав. Оглянись, здесь полно арбузов. Мы возьмем только один. Никто и не узнает. Дело не в этом. Ты отказываешься, потому что боишься. Что? Райан наш трусишка, трусишка, Кори, трусишка. Прекрати. Райан наш трусишка. Прекрати, сказал. Трусишка. Что прекратить? Не слышу. Кори. Меня уволили. Выслушайте меня. Я говорю нечестно. Нечестно.
Нечестно! 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 Вот позорище. Нечестно! Приведите его. Вот видите? Так-так. В договоре сказано «я» в дополнение к дому. Присмотритесь внимательно. Оставьте его, сэр. Он может пригодиться. Ладно, возьму вас назад. Но все не так просто. Останетесь, если не провалите следующее задание. Не нравится? Уходите. О, не нужно во мне сомневаться. Я задание еще не проваливал. Ребята! А? Дилан, ты нас напугал! Это точно. Ну, извините, вы почему так долго? Как тебе шляпы? Ладно, пойдемте. Подождите. Нужно взять тоботов. Они могут понадобиться и заодно покараулят. Он пасует. Мяч у четвертого номера. Удар. О, рядом со штангой. Увы, мяч летит мимо ворот. О, нас ждет угловой. Игрок устанавливает мяч. Чем они там занимаются? Не знаю, но им вроде весело. Поможем? Нет, мы караулим. Это наша задача. Вот что я слышал. Вот он. Вот он шанс поразить ворота. Кто здесь? Бежим, бежим! Райан, за окошком инопланетянин. Нет, кто-то стучит в дверь. Папы нет дома. Он сказал, что они с Лимо утром куда-то уезжают. И попросил позавтракать с Диланом, кажется. Ладно, я сплю. Ступай, открой дверь. Доброе утро, вам помочь? Да, я Эшер, а это Лейла. Еще так рано? Что-то случилось? Мы можем поговорить в доме. Дело в том, что эта бахча принадлежит нашей семье. Скажите, что вы вчера на ней делали? Итак, сейчас я расскажу вам о своем плане. Предупреждаю, он сильно отличается от планов Акни. Во-первых, учтите, что я значительно умнее Акни. Во-вторых, я люблю продумывать все детали. Каждый план будет тщательно проверен. Вы же со своей стороны идеально выполните приказы. Ясно? Ну вот и все. Вопросы есть? Что за лапшу закажем? Мы были дома, где же еще? А что, думаешь, нам нечего делать, кроме как воровать арбузы? Забавно, я не употребил слово «воровать». Подожди, он хочет сказать... Доброе утро. Пойдемте завтракать. Мы были с ним, он расскажет. Точно! Мы с ним всю ночь играли в видеоигры. Игры? Так ведь, Дилан? Да, он прав. Они были со мной, мы играли. В какие игры? А какая разница? Я что, арестован? Стойте, позвоню адвокату. Это ищешь. Он не мой. Правда? То есть никто не терял телефон? Отлично, значит, он мой. Ладно. Если вы знаете, кто украл наши арбузы, передайте им. Мы семья фермеров-волшебников. Всякого, кто у нас ворует, ждет 3 года неудач. Лейла, ты чего молчишь? Мне нечего добавить. Ну что ж, тогда мы пойдем. Кто это? Наши соседи. Они вас видели? Да, но мы все отрицали. Пожалуйста, ничего не рассказывай папе, ладно? Да забудьте вы о них. Я теперь без телефона, а он подороже арбуза.
Участившиеся утечки газа беспокоят городские власти. Прошлой ночью сгорел еще один ресторан, уже третий за месяц. Расследование продолжается, но власти считают, что причина кроется в старых трубах. Эксперты рекомендуют жителям осмотреть трубы на предмет утечек. Скажите мне, почему босс такой умный? Где он учился? Он учился в особой школе, где не задавали слишком много вопросов. Ой. Что? Какое совпадение? Я тоже. Мне, знаете ли, были рады во всех школах. В итоге я решил закончить свое обучение дистанционно. Имею диплом по обману и мелкому воровству. Да, вы хотели меня видеть? Мистер Дилок, мне кажется, вы знаете, где в городе можно вкусно пообедать. Ага. Здесь я покупаю острую лапшу. А здесь, к югу от реки, заказываю лучший холодный салат с лапшой. А, и, конечно же, легендарный суп-лапша от бабули. Как я мог забыть? А, да, ресторан сгорел из-за утечки газа. Как жаль. О, стоило чаще наведываться туда. Вы знаете, кто это сделал? Вы о чем? Разве это не несчастный случай? А? У меня такой же телефон. А, это мне? Вы хотите дозваниваться мне в любое время? Это сделал он, а не я. Милый, не правда ли? Но внешность бывает обманчивая.